And here we see the beautiful strong ball, the champion variety, like Pavel said, number 18. This is really top quality. But Strongbolt sometimes can have the problem of top playing, can have the problem of sweating, but here you see it's perfect. No problem at all. Здесь мы находимся возле, как Павел сказал, сорта Strongbolt, сорт номер один. Это сорт, который иногда может подтверждаться топливом, простой. Но здесь он просто идеальный. Потому что мы видим то, что соблюдалась технология. Какие мощная корневая система у Стронга. Луковицы прекрасно подготовлены, охлажденные. Они вот прекрасные белые корни до сих пор дают. Высота бокала. И помимо этих прекрасных данных, еще даже у нас, когда хранится в холодильнике, она еще на сантиметра 2-3 подрастает. Поэтому они становятся, даже когда вот люди уже купят, срезанные поставят вазы, Стронгол ровно в два раза увеличивается, это я по своему опыту знаю, она увеличивается ровно в два раза, и также прекрасно она стоит. Это вот именно вот ихняя фирма, я вам хочу подсказывать, что яндовицкая фирма, где мы брали, именно такие показатели, только ихние сорта гибриды дают такие показатели, потому что мы чуть-чуть пробовали другого сорта, сразу скажу, ну, недовольны и больше другими сортами. Здесь посадка выглядит очень прямо. Да, да, да. И это также залог вашей работы, вашего контроля, микроклимата в теплице. Везде в теплице висят вентиляторы, строгий контроль, поэтому мы очень довольны. And it's very easy to do the business or the growing, but it's not easy to grow the good quality and to find the top grower. So we are very happy that we have a top grower here who makes the top quality flowers from our quality bulbs. So we have a good cooperation together. Это очень легко продавать луковицы, and we like to continue many years. Но это очень сложно найти хорошего цветовода. И это очень важно отдать наши луковицы хорошие руки. Поэтому мы очень довольны, то, что мы можем быть сегодня с вами. Мы очень довольны, то, что мы работаем с вами. Спасибо большое. Но я вам хочу сказать, что вот выращивание тюльпанов, это фактически днем и ночью не спишь. И целыми днями думаешь, какая температура, на градус упал или нет. Вот этот именно воздух, температура, душняк, чтоб не был. Это должен быть буквально, ну, каждый день, каждый час, каждую минуту вот это. Следить за этим, иначе можно получить большие проблемы. То есть не нарушая технологии, вы получите прекрасные результаты, если тем более такие хорошо подготовленные луковицы. Okay. Thank you. Thank you very much for the good cooperation. Спасибо большое.